Служба тыла предлагает вашему вниманию инструкцию по выбору защищенного пространства. В случае сигнала тревоги важно оказаться в защищенном пространстве в течение отведенного на это времени. Итак, в каком защищенном пространстве будете вы во время сигнала тревоги? МАМАТ – защищенное пространство квартиры. МАМАК – защищенное пространство этажа. Или бомбоубежище. Все это предпочтительные виды защищенного пространства. Если вам недоступны вышеперечисленные защищенные пространства, мы поможем вам найти наиболее подходящее вам защищенное пространство в соответствии с отведенным на это временем. Вы находитесь в квартире многоэтажного здания, расположенной не на последнем этаже. Лестничная площадка, если она внутренняя, наиболее подходящее место. На лестничной площадке имеются окна. Это не подходит. Важно находиться в той внутренней комнате квартиры, в которой меньше всего наружных стен, окон и дверей. Ванная комната, туалет и кухня для этих целей использоваться не могут. Плитка и зеркала из-за ударной волны могут расколоться. У вас нет внутренней комнаты? Решением может стать внутренний коридор. Вы проживаете в многоэтажном доме на последнем этаже? Если вы живете в доме, в котором 4 этажа и более, вам надо спуститься на 2 этажа ниже, поскольку ракеты способны пробить более чем один этаж. Если вы живете в трехэтажном доме на последнем этаже, вам нужно спуститься на 1 этаж ниже. Средний этаж – самый безопасный. Не следует находиться в фойе здания. Там последствия ударной волны осколков наиболее опасны. Вы живете в частном доме? Если он двухэтажный, выберите защищенное пространство на первом этаже. В наиболее внутренней части дома с наименьшим количеством внешних стен, окон и дверей. В одноэтажном доме также следует выбрать защищенное пространство с наименьшим количеством внешних стен, окон и дверей. Сохраните эту информацию, и она сохранит вам жизнь. За дополнительными данными обращайтесь в Центр информации службы тыла по телефону 104 или на сайт orf.org.il или в Facebook.